Российское агентство по ипотечному жилищному кредитованию с 15 июня текущего года снижает процентные ставки по всем ипотечным программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. В среднем снижение ставки составит 0,6%. Минимальная ставка по кредиту для социально приоритетных категорий граждан, в том числе участников государственной программы «Жилье для российской семьи», на покупку жилья на первичном рынке теперь составит 10,3% годовых, максимально 11,4%. При покупке жилья на первичном рынке в рамках госпрограммы субсидирования ипотечной ставки процентная ставка составит те же 11,4%. Процентная ставка по классической ипотеке агентства, в том числе на покупку жилья на вторичном рынке, также будет снижена и составит до 15% годовых в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса. По данным Банка России, на 1 мая среднеизвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным с начала текущего года, составляет 14,4%. При этом ставки по отдельным ипотечным программам российских банков достигают 18% и более.